Привет. Всем привет. Мы уже на работе. Да. Мы уже гуляем с собакой. Вон собака. Побежала. Пошли. Это ошейник. Мы уже познакомились с дедушкой. Он такой милый, такой старенький. Ему лет 80. Да, он разволновался. Да, он разволновался, все забыл, куда ему нужно идти, где завтрак. Да. Ну ничего, привыкнет к нам. Мы дома, сейчас я вам покажу, какой здесь прикольный дом. Мы начнем с кота, который нас боится, постоянно убегает. Ты хочешь на терраску? Хочу, здесь есть терраска. Может, он писать хочет уже. Смотри, как он ломится прям сюда. Он просто убежать хочет от нас. Мы его бросим. Он просто хочет от нас убежать. Убежал. А вот хороший собак. После нескольких часов тяжелой работы кота мы усмирили. Он теперь кайфует. Он так классно мурчит. Привет. У него такие злые глаза, мне кажется, он хочет меня убить. Смотрите, как он на меня смотрит. А, нравится. Мы сейчас гуляем по набережной Марбеи. Погодка, конечно, супер, мне немного жарковато. Британцы в шортах. Да, британцы в футболках и в шортах ходят. Здесь очень много, кстати, британцев. Кстати, и малые тоже так ходят, вы сейчас посмотрите. В футболках и шортах. Для них, наверное, это сейчас очень жарко.
и кот. Спит кот. Да. Я руки помыла, я не хочу ее гладить. Он так мурчит классно. Не знаю, слышно ли. Она мне прям когтиками в коленки вцепилась. Ага. Ой. Больно? Да. Все, мы справились со своей работой. Дедушка пошел спать. Мы смотрим на испанском «Хоббита». «Хоббит», да. Вот. Все. Завтра у нас выходной. И у дедушки тоже. Он не идет в садик. Вот нам останется... Ну как, у нас выходной. Нам останется только его покормить. И все. Так что до завтра. Это тоже будет интересно. Будем гулять. Завтра Рождество. Всем пока.